Ежегодно во всем мире в октябре отмечается День борьбы с раком молочной железы. От этой даты не осталось в стороне и Караганда. Накануне в Доме дружбы прошла конференция к Дню борьбы с раком молочной железы. В Караганде прошла конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Участники конференции поговорили о диагностике и выявлении рака молочной железы, о профилактике заболевания, психологическом состоянии женщин, которые только узнали о своем диагнозе. Коснулись и темы реконструкции груди, которую можно провести, когда женщина в ремиссии. На сегодняшний день, как мы знаем, заболеваемость рака молочной железы, она возрастает, и рак молочной железы занимает первое место среди женщин. Об этом люди много знают. Медицинское лечение рака молочной железы в настоящее время, в общем, достаточно успешное, и мы проводим неоадъювантный курс химиотерапии, лучевую терапию и хирургическое лечение больных. И сегодняшняя наша конференция мы направлены больше на реабилитацию онкологических больных. Также присутствующим рассказали новую историю победы над раком молочной железы, историю карагандинской художницы. В конференции приняли участие 150 человек. Мы говорим о том, что нужно не бояться говорить об этой проблеме. Но если она существует, молчать не нужно. И женщинам нужно быть более открытыми и все-таки понимать, что куда они могут обратиться. С каждым годом рак молодеет, и он растет, к сожалению. Да, поэтому женщине такой период сориентироваться, где получить информацию, а куда пойти. Вот в нашем фонде у МРСЛА как раз-таки занимается психолог с девочками, с женщинами, которые вот уже в ремиссии. Стоит отметить, что конференцию посетила гостья из Армении Нарине Карслян, представляющая Международный центр общественного развития «Мосты». Зульфира Каскирова, Мурат Токенов, Бульдергена Сагат, телеканал «Сарыарка».